без страница, встречай 29 годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Сегодня праздничная Октябрьская Москва славит имена героев новой сталинской пятилетки. Павел Быков, знатный московский стахановец, в октябрьские дни он закончил свой пятилетний план. Александра Шкырова, прославленная многостаночница, скачет от трехугольки. Вместе с товарищами автозаводцами вышел на праздник инженер Давыдов, лауреат Сталинской премии, один из создателей советского автомобиля. На Красную площадь собираются люди всех профессий, званий и рангов. Сахаровцы-фрезеровщица Мария Авельянова, мастер Рейнгольд Гарц, слесарь-комсомолец Федор Буланов. Депутат Верховного Совета писатель Леонид Леонов. Генерал армии Антонов. Герой социалистического труда академик Лысенко. Праздничным весельем наполнились улицы и площади столицы. Приумноженная в битвах Отечественной войны, не меркнет боевая слава советской конницы.
Let's just stop. Now we're going to be back in both activities.